23 февраля не за горами, я думаю, во многих офисах уже поздравляют своих мужчин с праздником. Ну и не секрет, что многие руководящие должности, как правило, занимают мужчины, и приходится им выживать в женском коллективе. Как правильно выжить в женском коллективе, когда у тебя в подчинении не 10, не 20, а иногда и более милых, прекрасных, очаровательных девушек. Бабий батальон, как бы. Бабий батальон. Об этом мы сегодня и поговорим с психологом Натальей Залесской. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, скажите, вы уже поздравляли мужчин вот в эти предпраздничные дни? Сегодня готовлюсь к этому. Отлично. Ну, скажите, вот история один в бабьем царстве, да, вот бабьем это так, цитата, скажем так, да? Mm-hmm. Вот что, как быть, насколько все, как вообще существовать? Ну, вообще, на сегодняшний день это такое распространенное, да, состояние, mm-hmm. когда мужчина среди женщин. И есть просто определенные правила взаимодействия, которые нужно, ну, скажем так, соблюдать или научиться соблюдать, чтобы, как вы сказали, выживать, угу. да, Давайте чтобы жить. Давайте составим список. Итак, первый пункт в этих правилах каким должен быть? Первый пункт вообще сначала задуматься, а готов ли я работать, не убежать ли мне отсюда. И на самом деле это не только сколько мужчинам, а также и женщинам. Сначала подумайте, а готовы ли вы работать в женском коллективе? Насколько у вас, ну, хватит реально внутренних ресурсов, знаний быть там. А второе, конечно же, правило, это особенно для мужчины вспомнить, что он джентльмен. То есть это вот какие-то шутки, колки, знаете, там вот умение общаться, да, вот оно должно как ноги на стол уже, что не забросишь, да, где-то не, там. Или так закрылся в кабинете, шторы все закрыл, ну ладно, сейчас оторвусь. Да, вот. Следующее правило, когда особенно вы только вступаете в женский коллектив, ну, я принял решение работать там, да, присмотритесь. Первое время присмотритесь, что происходит. Потому что в любом женском коллективе, не зря его очень нежно называют серпентариум во многих местах, да, женский коллектив делится на коалиции. Кто-то дружит против кого-то, кто-то с кем-то за кого-то. Важно присмотреться, кто и как. И понять, с кем дружить. Да, понять, с кем дружить, против кого дружить, но и при этом как бы не оказаться не на той стороне сильной, не на этой. То есть, знаете, такую дипломатию включить. Я вроде и с сильными, но и... Наташа, а вот такой вопрос. А чего мужчине нужно опасаться в женском коллективе? Вот я сейчас говорю о каких-то бытовых делах. Вот помните этот фильм, где находится на филет, где при мужчине переодевались и уже там меняли колготки? Ой, ну, в первую очередь, конечно, опасаться это каких-то сплетен и, ну, вернее, быть вовлеченным в эти сплетни и в интриги. А поменьше говорить о своей личной жизни, например, потому что это тоже очень хороший повод для этого. А опасаться попасть в какую-то коалицию, да, например, против кого-то задружить, потому что те, кто против кого-то дружит, завтра они дружат с теми другими, против кого дружили. Получается, что времени расслабиться нет, нужно быть все время настороже. Ну, давайте вот такой последний, да, настороже. Ну, мужчина всегда вообще должен быть настороже, ведь он защитник отечества. Наоборот, не настороже, знаете, как такую дипломатию включить, уметь быть везде таким. Наташа, ну вот хочется предпраздничный ответ от вас для мужчин-руководителей. Как договориться с женщинами? Это, я понимаю, что это вечный вопрос, но как? Может быть, с помощью комплимента? Знаете, в двух словах не расскажешь. Тогда так, с помощью комплимента или с помощью премии? Ну, наверное, с помощью комплимента. Мы же, женщины, любим что-то такое ласковое, да, мы это. Ну, и с комплиментами надо быть поаккуратнее. Вот. Итак, вывод, будьте толерантны и раздавайте комплименты налево и направо. Ну что ж, большое спасибо. Мужчины-руководители нам говорят за сегодняшнее интервью. У нас в гостях была психолог Наталья Залесская. Всего доброго.